Его прадедушку звали Мурат Сангельмудин Аминович. Родился он в 1915 году. Когда началась война, он сразу же пошел на фронт. Там он был снайпером. Он участвовал в битве на Курской дуге и был тяжело ранен в голову. Он долго лежал в госпиталях, а потом его комиссовали. У него медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, орден славы и орден Отечественной войны. После войны он жил в деревне, Башкитал и работал лесником. Умер в 1989 году. Я горжусь моим дедушкой.